Привет, подвох, и сегодня мы поговорим с вами о двух новинках от фирмы Salimar, о двух прекрасных трубках, которые маркируются как Fluid. Одна будет называться Bianca, другая будет называться Padblue. Рабочее название Blue. Итак, мы ее вскроем сейчас, так, и посмотрим. Довольно-таки приятная на ощупь. Вот такая трубка. Похожа чем-то внешне на Cressy Corsica. Удобный мягкий загубник. Вот такого плана. Вот. И мы посмотрим, влазят ли стандартно туда, в эти отверстия, клапаны. Есть, калкановский влазит хорошо, довольно-таки мы видим. Хорошо помещается в трубку. И также от пеленгаса тоже довольно-таки неплохо влазит. Ну, сейчас мы откроем белую трубку и посмотрим, может она чем-то такого волшебному отличается от этой голубой, скажем так. Ну, в принципе, ничем не отличается. Вот, в комплекте также идет специальный такой держатель для ремешка маски. Вот, это все видно. Вот такой вот. Он садится на трубку. Точно такая же она сгибается, мягкая. Вот. Ну и для сравнения мы возьмем всем известную легенду Cressy Corsica и проверим, чем они между собой отличаются или имеют какие-либо различия. Ну, я бы вам сказал, немножко они могут отличаться по длине. То есть Salimar чуть длиннее будет. Вот, это видно. А все остальное фактически идентично. Даже и по загубнику, и по самому расположению рисунка. Поэтому, если вы вдруг придете в магазин и не будет Cressy Corsica, рекомендуем брать Salimar. Тем более белые трубки очень хорошо подойдут для таких же белых масок, которые у нас встречаются как и в Cressy, так и у Salimar. А это будет очень хорошо для, например, девушек или женской половины, которые хотят выделиться на пляже в тон. С вами был Катранган. Мы с вами рассмотрели интересные новинки. Подписывайтесь на наш канал в YouTube. Подписывайтесь на группу ВКонтакте, где вы всегда увидите что-нибудь занимательное, интересное, что вам облегчает вашу жизнь под водой, на пляже или же в окружающей среде. До новых встреч. До свидания.